Вы знаете, мне не очень нравится слово «должен», потому что «должен» – это всегда какое-то уже просто обязательство, да? Но мне кажется, что бизнес и так принимает участие в благоустройстве города. Сейчас любой проект – это всегда какая-то очень красивая история, которая создает какие-то новые пространства, новые территории. И поэтому, мне кажется, бизнес и так участвует. Ну, мы опускаем тему про чиновников, это их работа, они сами с этим разберутся. Мне кажется, надо просто жителям напомнить, что это их родной город. Чтобы люди, как бы каждое свое пространство пытались благоустроить, сделать лучше, чище. Каждый об этом подумал, не кидал где ни попадя мусор. Вот. Надо все-таки горожан привлечь к этому процессу, сказать, что, ребят, ну вы же все-таки здесь живете. Пускай немножко город, как бы, и люди подумают, как они смогут помочь городу. Ну, про благотворительные проекты я не буду озвучивать. То есть у нас есть определенная программа, которую вот мы ведем. А с точки зрения вот экологических проектов, основные проекты компании – это строительство индустриальных парков. Поэтому, конечно, сейчас, как бы, когда мы их начинаем только проектировать, закладывать, мы пытаемся, как бы, взять высшую планку с точки зрения экологии и дальнейшего развития этих проектов.